Спасибо. Всем привет, с вами Андрей Сонар, и сейчас мы доводим до ума нашу катану из ЭРДЭКа. Регулируем установку привода. Блин, прокатился сейчас классный аппарат. Скользит вообще вот по ровной поверхности, вообще идеально, без сопротивления идет. Сейчас мы сделаем доработочку, укоротим кронштейн. Чем больше вынос, тем больше ловить надо. Если мы ее укоротим вот на вот этот вот фрагментик как раз, ну, чтобы колесо, вот фактически этот отбойник вот по этому уровню вот стоял, то будет лучше управляемость. Вот смотри, вот до сюда, грубо говоря. Вот мы убираем. После всякого рода доработок выполняем заезд пробки. Происходит испытание нового образца катаны. Ваши впечатления, сэр? Вообще шикарно. Явно получше стало. Вот так вот бежим за катаной. Аппарат. О, вот просто огонь. А теперь автор мотопривода прокатится на своем детище. Смотри, как уверенно ходит вираж. Но там уже дом.
Сейчас попробуем втроем в горку проехать. Шикарный аппарат. Думал, сброшу газ, и она остановится. Ну что, здорово. Ну что, нормально? Володя, надо приноровиться немножко к управлению, понимаешь? Вот, вот смотри, Андрюха сказал, что прижимаешь когда к этому, чтобы так. Она... Да она вообще четко идет, как по рельсам. Да. А, слушай. Вот эти вот. Ну что, нормально едет. Да, еще как едет. Бежит, можно сказать. И в такую горку втроем, в шивы и три лошадки. Вот такая она катана из РДК. Красивая, быстрая. Троих вон в горку тащила на всего трех лошадках. Покупайте в тайм-триале. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.